Ну, начало игры нервное было, да, все решилось в концовке, так скажем. Всю партию шли, ну, равный счет. Ну, в концовке вырвали, и это, наверное, дало нам то преимущество. Потом вторую, третью, в принципе, уже более-менее было поспокойнее. Ну, все равно. И зал гнал вперед. Место, смотрели на зал, и не было места, и это заряжает, и ни на один розыгрыш не хочется вставать. Говорите про такая игра нам дала преимущество, а в чем именно в компонентах какое преимущество? А, ну еще момент, то, что в первом круге мы проиграли на выезде, это, наверное, единственное наше поражение обидное в первом круге. Мы о нем помнили, и вот доказали, что можем. И выиграли. А в компонентах, наверное, блок атаку выиграли. Блок был, ну, на разы лучше. Наверное, я не смотрел статистику, но, наверное, там по количеству раза в три, наверное, точно больше. И атака, ну, получше была. Поэтому то выигрывает атаку блок, тот выигрывает матч.